Новость, которая может стать главной украинской сенсацией недели. Политическим сыском в незалежной могут заняться американские наемники из частной военной компании. Как сообщает источник Итартаса в СБУ Украины, сотрудники ЧВК Greyhound Limited могут заняться усмирением народных волнений в восточных регионах страны. Но это подтверждает тот факт, что наемников в американской амуниции уже видели в Донецке еще в начале марта. Сотрудники военной компании имеют богатый опыт боевых операций на Ближнем Востоке. Они хорошо обучены и вооружены. Но вот по мнению военных экспертов, присутствие таких наемников лишь усугубит обстановку на Украине. Есть сообщение о том, что их около 2000. А кто эти люди? Это бывшие военнослужащие американской армии, там, любой другой армии. Вот. Ну и дикие гуси, как их называют, это люди, которые ищут приключения и пытаются заработать на своем профессиональном мастерстве. Но по некоторым данным, идея пригласить американских наемников на Украину принадлежит олигархам Игорю Коломойскому и Сергею Тарути. Напомню, что они были назначены губернаторами Днепропетровской и Донецкой областей Украины.